Мы подъехали, в общем, недалеко совсем от нашего дома. Случился пожар. Вон, видите, если видите, валит из крыши дым. Вон сколько пожарок приехало. И моментально, только я услышала запах дыма, ну, я сначала думала, кто-то костер палит. И моментально съехалась куча машин за одну минуту. Видите, сколько машин стоит пожарных, дети? Мама вам рассказывает, да, что дома нельзя спички брать, да? Нельзя дома палить костер. Сэм, повернись к маме. Нельзя дома палить костер, да? Нельзя включать плиту. Потому что Сэм недавно, перед тем, как уехать из дома, взял, включил плиту электрическую нашу. Хорошо, что мы увидели, какао сбежала, поэтому мы увидели, да, Сэмчик? Так бы тоже мог быть пожар. Сэмчик, ты мороженое хочешь? Я там слышу, мороженое едет. Да! Да? Пошли, быстрей. Давай, идем. Да! Мороженое едет. Прошу вас. Сэм, бедно, так бежал за мороженым, что упал на пороге прямо. Но все хорошо уже, да, сыночек? Бедненький, папа, пожалею. Лапушка ударился. Яша, кровь течет? Снос. Где? Снос. Ну, покажи лапочку. О, бедный, ударился носиком, да? Сынулечка, папа, а вытри ему немножечко. Да ничего. Наш Томас, он лазит, смотри. Выгибается. Ага. Лиза там катается на своем скутере. Я слышу мороженое. Все-таки оно доедет, наверное, до нас. Ой, покажу, что у нас тут растет. Повырывала все свои цветы. И посадила зукини. Вот, повсходили зукини. Хочу еще там все повыдергивать и тоже зукини. А впереди уже посажу красиво какие-то цветочки. Это у меня в планах. Траву надо покосить. Одуванчики хочешь не хочешь растут. Папа едет, еще едет. Да, сейчас. Сейчас папа придет купит. Папа еще едет. Папа, пошли, это мороженое проедет. Тихо. В общем, в нашей деревне Спокен вот так развозят мороженое. Мы уже не раз снимали это. Это обычное явление в Америке. Люди так зарабатывают. Да, одна из работ у людей. Подработка, да? Папа мороженое пошел купить. Он... Я уже знаю, что они выберут. Спанч Боба, скорее всего. Что долго выбирают сильно? Или у него уже закончилось все мороженое? Не знаю. Так, что же Сэмчик выбрал? А ну показывай. Какое ты мороженое выбрал? Открыть! Открыть надо? А ну покажи. Это надо, чтобы папа открыл. Я что-то не могу одной рукой. О, вот такое мороженое. Вау, такое красивое. Не упусти. Держи вот так вместе с бумажечкой. Держи. Держи с бумажечкой. С бумажечкой так, за ручку. Я за палочку держу. Ну ладно. Давай, показывай, доча. Какое же Лиза выбрала мороженое? А ну показывай, показывай. То же самое, да? Да, они захотели. Это тебе, милая. Ой, спасибо, смотрите. Ладно. Сникерс. Я помню, мы когда жили на Украине, это было, ну, не мороженое мое любимое, а шоколадка моя любимая. Вот так. Сникерс. А здесь я, наверное, 100 лет его не ела. Здесь много других конфет вкусных, поэтому как-то Сникерс не особо. С Максом напополам. Я с папой, а вы с Максом. Держи. Сэмчик, смотри, куда идешь. Костя. Костя, это вам с Максом напополам. Держи. Мы с папой поделимся. Угу. Вкусно. Вкус Сникерса, да.
Тамусечка, иди сюда. Он у нас травоядное животное. Помнишь мультик это? Корова. Какое? Травоядное же? Плотоядное. Корова плотоядное животное или травоядное? Плотоядное. Где этот двоечник? Перестукин. Да? Перестукин, по-моему. Сказал, что не плотоядное. Травоядное. Это мультик, кстати, мой любимый в детстве был. Сейчас Лиза с удовольствием смотрит его. Еще заехали в магазин Marshalls и кое-что купили. Сейчас вам буду показывать наши покупки. Так, начну, наверное, как раз вот с этой сумки. На пляж такую сумочку. Лизочке понравилась эта лама. Это ж лама, да, Сереж? Ну да, Little Llama. Lovely Little Llama. Эта сумочка вот стоила 5,99. Очень удобная. По-моему, она даже из льна. Нет, это катоновая сумка, катон. Пошита в Индии. Лизочке пару вещей. Красиво? Вот такой комбинезончик. Видишь, прямо такой цельный комбинезон. Кенси, какая-то Кенси фирма, стоил когда-то $40. Мне нравится в Маршале покупать детскую одежду, так как она очень, можно дешево очень найти. 5,50. И это 80% катон и 25% Райан. Это на 6 лет как раз, она немножко у нас такая больше по возрасту. Ей сейчас 5,5, как раз сейчас на нее это. Такой сарафанчик. Это она сама выбирала, папа. Да, смотри. Это фирма Jambore. Это очень хорошая фирма в Америке. Тоже качественная у них одежда. Пошита хорошо. И в основном она из катона. Вот сколько она стоила раньше. $36. Мы купили его... Где Лиза? Лизочку дома оставили. Сэмчик проснулся. Сэмчик, ты где там? Нет. Цвет очень хороший. Лизе понравилось. Держи. Так, потом я купила себе совсем недорого вот такой шарф. Держи. Как ты думаешь, для чего я себе купила этот шарф? Посуду мыть. Фирма Gap. $49 стоил. Хорошая тряпочка для посуды, да. За 4,50 я купила. Я купила его для того, чтобы немножко укрываться от кондиционера. В нашей новой машине уже... Да, у меня же еще видео про машину нету, но оно скоро будет. Мы купили новую машину. В общем, хорошо работают кондиционеры. И быстро простуживаюсь от кондиционера. Вот такая накидочка от, можно сказать, от ветра. Косметические мочалочки за $2, 12 штучек. Держи. Так, потом вот такие вот замечательные сланцы, или как это можно сказать, шлепочки такие. О-о-о. Можно... Сандалики, да? Но они, конечно, такого качества, нельзя сказать, что они прямо идеального качества, но здесь классный принт, красивый принт из мультфильма Frozen. Лизочка тоже выбрала себе, и они стоили недорого. Смотри, где тут ценник делся? А вот, вот их цена. 4,50. Это, можно сказать, за даром. Ребенку можно одеть там несколько раз и забыть за них, не переживать, что там стерлись они или еще что-то. Вот летом как раз сейчас носить. Держи. Такие салфеточки. Мейкап клинсин. В общем, это для того, чтобы снимать мейкап. 3,99. 60, по-моему, штук. С витамином И. Да, 60 салфеточек мокрых. Они пропитаны витамином И. Сегодня такой день покупок. И еще мы заезжали в TJ Maxx. TJ Maxx. Еще раз повторюсь, я очень люблю эти магазины, так как можно найти очень классные вещи и совсем недорого. Значит, это, как вы видите, это 12,99. Три боксерских трусяна, да? Это для тебя. Подарочек, держи. Так, это у нас реситик.
И Сережа выбрал себе пару футболочек. Ну давай ты открывай. Будем смотреть. К себе так прилаживай. Катоновые футболки очень классные. Это фирма ГЭС. Мы посмотрим, сколько она стоила. Вот, за 6 долларов мы купили. Стоило когда-то 29 долларов. Но мне очень нравится, что катоновые. У них не будет жарко, не будет парить. И еще одна вот такая футболочка. Тоже за 8 долларов. Это уже подороже было, 35. Фирма Nike. Так, потом для меня идет одежда. Купила такие брючки себе, держи, ну, открою их. 68 долларов они когда-то стоили. Я их за 20 купила. Такие тоже повседневные. И под них я купила такие футболки. Так как мы любители летом на озера ездить, да? В разные парки ходить. Это такая парковская озерная одежда. Да? И такой же самой фирмы такую маечку купила. Тоже очень легкая. За 12 долларов 99 центов. Вот так вот. Тоже пошита в Перу. Написано Life is good. Она действительно хороша, да, Мим? 100% катон. Очень классные, мягенькие, такие легенькие. И Сережа выбрал вот такую вещь. Вот кто-то позвонил нам. Так, дальше снимаем. В общем, купили такую штучку для Сережиного селфона. Это клеится на лобовое стекло. Да? Для машины это, для, на лобовое стекло. Стоило 7,99. Привет! Давай попробуем приклеить его. Давай. Вот папин помощник пришел. Поможешь папе? Да? Помощник. Чай хочешь? Мы купили чаечек. Сейчас я тебе покажу. Кофе уже закончилось. Ну, отлично, видишь. И можно даже включить Bluetooth, да, там кто позвонил, раз, нажал. Да. Хорошо. Отличненько. Такое приспособление. Недорого, да? Можно повернуть, как ты хочешь его, да? Так, сяк. Получается. Включил. И все. Ты можешь ехать и снимать дорогу, да? Да, вот. Включаешь камеру. Угу. Все. Все, запись пошла. Так, ну все, на этом наши покупочки закончились, да, обзор? Все. Ну что, мы все показали. Слаживаем все, едем домой. Так, вот какие у нас уже огурчики. Только вот цветут. И, кстати, видно, что есть там вязь. А, вот. Думаю, где я видела огурец? Вот он. О! И кукуруза, да, Сенчик, молодец. Лизонька идет.